школе номер 38. Был учитель физкультуры. С атлетической фигурой. Как-то раз в конце квартала проходили фехтование. Дети саблями махали. А учитель взял свой нож и с размаху кинул в маты. И пробил насквозь все маты на глазах у всего класса. Он пропел угрюмым басом песенку любимую свою. Ай, ножики, ножики, чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики. Школа номер 38. Был учитель физкультуры. И директор дядя Юра как-то после педсовета физруку задание дали. И сделать так ему сказали, чтобы дети не бухали. А ты чё, ведь отпьянца? И если ты найдешь лекарства, то получишь на медали от дирекции и школы. Каждого ребенка нюхал. Пахнет ли детеныш водкой, чтоб потом не перепутать. Видел каждого синюху без скакалки. Очень больно. Или пуф с ногою в ухо. Сам шуршал под нос, как муха, песенку любимую свою. Ножики, ножики, чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики, 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 чики, чики, ножики. Номер 38. Был учитель физкультуры. С атлетической фигурой. После лыжного пробега не вернулся он на базу. Остался в лесопарке возле дерева берез. Бывший с лыжной палкой. Бывший с лыжной палкой. А вокруг кричали галки песенку любимую свою. Какую? Ножики, ножики, чики,